Так, ну уход за жаровней ровно такой же, как и за казаном. Достал блюдо. Вот. Достал блюдо. Вскипятил чайник. Налил воды. Беру вот такую вот щеточку, обычную, совершенно кухонную. Вот так вот ее мою прямо на плите, без добавления каких-либо моющих средств. То есть эталонно можно мыть и моющим средством, да, но в таком случае у нас не будет нарастать естественным путем этот антипригарный слой, да. А чугунной посуде такой слой нужен, то есть после каждой готовки слой будет становиться хоть чуть-чуть, но больше, и в принципе раз от раза готовиться будет просто без проблемней совсем. То есть это вот то, что я говорю, я не умею готовить. И в другой посуде у меня постоянно что-то горит, прилипает, там пережаривается, еще что-то пересушивается. Здесь такого нет. Вот как есть, так и говорю. То мне тут на ролик про гороховый суп один пассажир написал, что вы что-то положили много гороха, а потом я вижу, что вы его убрали. А зачем мне это делать? Я сколько положил? 2 стакана гороха я положил на 3 литра воды. Так оно у меня и сварилось. Все видели, можете посмотреть этот ролик. Если бы я положил стакан гороха, я бы сказал, что я положил стакан гороха. Если бы я положил 1,5 стакана гороха, я положил 1,5 стакана гороха. Зачем мне класть 2 стакана, а потом его убирать и по факту варить стакан? Глупости. Все, сейчас включаю холодную воду. Сливаю эту горячую воду и споласкиваю холодной водой. Ставлю на плиту. Можно, в принципе, немного нагреть жаровню, но что-то больше готовить сегодня в ней не буду, поэтому просто беру салфеточку и вытираю. Хотя жаровня еще горячая. Ну, не такая уже кипятошная, как была. Салфеточкой протер. И все. На этом весь уход закончен.